Здравствуйте, уважаемые садоводы. Как обещал рассказать про редис, рассказываю. Прошло более 3 недель, результат налицо. Ну, как говорил наш замечательный соотечественник Козьма Прутков, не верь написанному, за 18 дней корнеплоды не созрели. До... того момента, чтобы можно было сказать, кушать подано. Посему... Хотите ли рекламировать фирму-производителя семян? Ну, я не буду. Может, у кого что-то другое получится. Может, у кого-то руки из другого места растут. Или обстоятельства посадки другие. Кушать не подано. Вот так. Ну, в отличие от редиски, друзья одуваны уже цветут и пахнут. Ну, а теперь вторая часть нашего марлезонского балета – это помидоры, которые остались под укрывным материалом и под пленкой. Ну, вот в этой местности, как сказали старожилы, ночью доходило до -5. Теплица. Открываем парничок в теплице и смотрим, опа, на наши помидоры. Все, я открывать не буду. Пока что. Там-тарам-та-там. Ну, в общем, даже... Ой. Даже, я бы сказал, бы хорошо. Ну, вот, скажем так, в этом году, при благоприятных дальнейших условиях развития жизненной ситуации, я надеюсь, да, быть с помидорами. Школка дает свои положительные результаты. Так что, если кто-то хочет попробовать, пожалуйста. На собственном опыте доказано. Возможно, если у вас есть теплица, и вы можете соорудить из подручных средств вот такой простейший парничок. Рекомендую. Ориентировочно через 2 недели я планирую рассадить эту школку. Ну, покажу, как рассаживаю эти помидоры. Ну и в итоге... По факту покажу, какой будет результат в виде плодов. А он будет. Спасибо за внимание.